Вице-премьер начал встречу с коллективом тысячекоечной больницы с посещения кабинетов диагностики. Аппарат компьютерной томографии, самый современный в Приморье, позволяет в считанные мгновения получить полную картину состояния больного. Игорь Шувалов высоко оценил подготовку больницы, но заверил, будет еще лучше. Федеральный центр направит на развитие здравоохранения края 6 миллиардов рублей. Та федеральная программа, которая сейчас будет разворачиваться по модернизации, пока она еще реальными денежными средствами и, как я вижу, ремонтом не откликнулась, но все это впереди. Деньги будут обязательно сюда направлены, будет закуплено оборудование и будет клиника приведена в надлежащее состояние. Игорь Шувалов находится в Приморье с рабочим визитом. Главная цель – встречи с жителями края. Первый заместитель председателя правительства хочет напрямую от людей узнать о проблемах, которые их волнуют. Некоторые удается решить на месте, для других нужны решения на уровне правительства. Строительство недорогого жилья в Приморье будет идти по федеральной программе. Край выделять земельные участки, а правительство создавать кооперативы. На этих федеральных участках мы будем их снабжать инфраструктурой, а люди, которые образовывают кооператив, будут получать в Сберегательном банке России либо в банке ВТБ кредит на льготных условиях, будет возводиться жилье через подряды, подрядная организация, и, по сути, фирмы не будут закладывать вот этой вот огромной прибыли. Игорь Шувалов продолжает поездку по Приморью. Сегодня он встретился с жителями Покровки и Галенок, побывал в Уссурийске и Пограничном. Владимир Клюшников, Герман Катаев, Денис Семисинов. Панорама.